Азия. Какие-то перевязочные материалы, лейкопластыри, бинты. А это презервативы. Российское правительство, ну, не дает денег на такую работу с уязвимыми группами. Мы 3 раза подавались на президентские гранты. Вот. И каждый раз мы получали отказ. Это реально работает, но продвигаются методы, там, я не знаю, верность, духовность, уроки какого-то секс-просвещения в школе — это плохо, это разврат, вот, ну и поэтому она растет. У нас новости. Нас признали иностранными агентами. Ну, отлично! Вот, и на каждый вот какой-то материал печатный мы обязаны ставить вот такой вот штамп. Штамп, да. И тест на ВИЧ, например. Что нужно? Иностранный агент, ну, какое-то клеймо, да? Вот, ну, потому что я себя вот иностранным агентом не считаю, и, собственно говоря, мы тоже, ну, не считаем, что мы работаем в интересах там, ну, каких-то иностранных государств там, или не знаю там кого. Она может грозить штраф, вот, от 300 до 500 тысяч. Это огромные деньги, и, ну, что нужно каждый год делать аудит, а это, кстати, тоже деньги. Вот, и получается, что больше будет оттока на административную какую-то работу, вместо того, чтобы работать с людьми вот, ну, там, на улицах, вот. То есть это тоже будет отвлекать какой-то определенный ресурс. Это не работа, это наше призвание, это наша жизнь. И вот, ну, пока это возможно будет делать, ну, мы будем это делать. Вот.